Как коса? Отлично. 90 сантиметров. Это Сенс, который у нас? Сенс 2010, который, да? Да. Сенс 2010. Это сколько лет она у тебя уже? Года два. Два года? Ей без разницы, какую траву косить? Ну, лучше, конечно, косить с утречка, когда роса. Ну, сейчас не утро, еще у нас жара неделю. Сейчас жара 30 градусов, трава сухостойна. Здесь жарнотравье. Подумать, что мы место дворники. Дворники? Благое дело делаем. Тут сутрасой, если загорится, правильно? Да, в понедельник 29, сегодня 33 градуса. Коса Фукс 50 сантиметров шириной, 90 сантиметров длиной. Девяточка. Да, изумительная коса, но здесь носик не приподнят. Она, можно сказать, такая средний строй, не жесткая. Совершенно мягкая коса такая. Вот, классическая австрийская коса. Соответственно, покупайте эти косы в нашем интернет-магазине Кадо.ру. Покупайте такие косовища деревянные и получайте удовольствие от кошения. Сена, травы, чтобы получить истинное наслаждение. Купать лучше, про остальное забудьте.